24 декабря 2016 года мы с друзьями собрались в 9 утра и поехали на рейд под названием «Млечный путь». Приехав в город Щекино, мы встретились с остальными участниками, но тогда мы еще не знали, что эта поездка принесет столь неожиданные моменты. Поехали. Часы пробили. Что-то, блядь, с толком дорога, я уже тут. Ходил за наклеечкой. Остановились, дорогу посмотрели. Кто-то резину справил. Сейчас поедем. Квадрики, говорит. Олег, выехал. Ой, камера побежала. Побежал. А у меня зум большой. Здесь троечка. Блин, бы набухал сейчас в руль, да? Не, я бы не полез. Честно, играть не полез. Сейчас буханочку посадим. Лебедиться не за что. Особо. Летом, бля, полез спокойно. Сначала хорошо, почти вылез. Вот эта техника. О, пошел. Чуть-чуть. Почки большие, запрыгал. Ух ты как! Кочки реально большие. Что там у нас? Сейчас тут шею пролезет вообще.
клапан. О, газу. Снег мокрый, все буксуют. Все на тросах катаются. Это фигня, Сань. Но он на прошлых покатушках вообще хрен знам куда уехал. С завода, я тебе говорю, шла такая нахуй. Надо кнуться идти до нее. Тут, блин, кочки вообще вот жесть. Буераки. Как бревна все равно. Нам надо тут. О! Первый пошел! Давай справа! Вдвоем! Давай третьим рядом. Нет, все. Зря. Нет, все. Там прыгай, сзади. Скачивай ее. Давай, толкай. Прыгай, прыгай. Не помогло. Ну да. Или лопата. Ой, блядь. Или нам нужна лопата.
Да, мост где-то в сугробе. О, там уже работает лопатой кто-то. Мостом опять цепляет. Пошло. Я пересел, все в него. Временно. Мне снега в карман накидали. Куда поехал-то? Ну, туда по прямой поедет. Я, говорит, любой снег проеду. Не надо было.
пристегнись. Нет. Сел!
там по положенным дорожкам. Куда это? Все одинаково походу. Да нифига, вот где я говорил, там низкая трава была. На первую. Паш, держи первую. А их всего 10, блядь, прям вот так. Ну, в болото, блядь, видишь, камыши у нас, блядь. Я вот там, блядь. Ну, слышь. Поехали. Паш, держи вот эти два рычага вместе. Ёбнул первый. Здорово, хорошо. Грязи найдет, блядь. Все. Да ладно. Чувак, хватит. По самый бампер. Давай его сюда толкнем. Ну ты думаешь, выйдет? Ну что, ты гонешь меня, лебедка-то? Бессмысленно, да? Я тут сел. Мы тут чуть-чуть забуксовали. Мы тут чуть-чуть сняли. Вытолкни машину из этой клеи. Это он уже очистил. Пробежка. Фу. Вот это он жестко встал. Почти.
этот канал. Следующий. Первую! Первую, значит! Тяжелый. Пониженную, первую! Они тяжело как тягают. Понимаешь, отсечка. Не хватает оборотов, не тянет. Да, им движка, блядь, жесть не хватает. Не. Давай еще побольше, раз! Побольше, разгон! Почти! Еще раз! Народ загрузил там. О, вот сейчас должен быть. Еще газ не отпустит, ты вернулся. О! Ёпта, Стиму! Чего ты? Давай, 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 толканем! Давай, давай! Давай! Давай, давай! Они, походу, застряли. Вот она, Жогова. О, сидит. Лучше не надо. Да, не, вот тут, вот, правее. Она сдернет. Ну, может быть. Да там куда? Я там тоже уходил, я ему показывал. Иди, ну, давай. Их куда он сел, блин? Где-то вот до суда он доедет. Не, если хорошо разгонит, то как? Только отходи. Так. Ну все, ну рядом, давай, нормально, нормально. Сравнялись. Так вы копали, а мы не копали еще. Стой, стой. Спереди вот тут упирается. Спереди вот тут копать надо еще. Где мост передний? Жестко руку отбил. Блять, вышел за гидрача нет. УАЗик, походу, сел. Мы сейчас едем обратно. Осталось три машины. Ну да, не копай. Вот это плохо. Не, Лех, не копай. Полезно.
Блин, жестко. УАЗик порвало коробку. Сейчас две Нивы. Одна шея Нива, другая обычная. Будем пробовать цеплять две Нивы и вытаскивать его. Шевроле сдавала к УАЗику задом и застряла. Сейчас дернем ее. Давайте поможем, чтобы... Ну, это так не делается. Сильнее дёрнуть. Ещё, стой! Вышел. Короче, мы зацепили один трос за него. Дальше идет шея Нива, которая прицеплена к Ниве. И дальше идет УАЗик, который прицеплен к шее Нивы. Вот здесь вот бугорок очень хороший, шея не может особо ее проскочить. О, пошло, пошло. Эти удары там бах. Не взорвал. Еще и Леха закопался. Давай еще назад. Леш, ты задом попробуй вырулить. Давай, руля, выпьем еще раз вперед, потом это что это, назад. Отойди. Сейчас его плей развернем просто. У него лебедка-то работает. За тебя зацепимся. На тормозах, да? А?
На тормозах, да, потихонечку развернем. Ну туда, да, нет, да. Так, чтобы его развернуть немножко. Газу. Не, она тянет сильнее, когда газу подаёшь. Не рад, как больше. Ну, и смотри, он сейчас чуть выйдет, потом приедет сюда. Да, ещё выйдет. Ещё выйдет. Ну, да. Не, не, еще. Рад. Смотри, хорошо идет. Блять, ей блокировочку. А сейчас ты едешь. Да. Я упал. Очень жесткий провал. Что, никак, да? Колено. Хоть тронулся, да? Поправь трос! А, мы друг! Поправь трос, чтобы я назад сдал! Лёха, а вы где? А вы где? Что-то колесо. Где трос, где? Ангел, конечно! Ну, прям сейчас Василич едет показать. Сейчас, да. Лёва! Покурим. Там две машины. Не-не-не. Так. Опять две Нивы. Тянут УАЗ. Наклею, наклею! Уходи! Включи габариты и пытайся наклею уходить с ним. Нормально. Не, не с ним, не с ним. Ну вот, задаст первую иди, татар первая. Не шею, а даст первую, за ней. Слушай, назад идет на шевроле. Он не уйдет. На ты на тормоз. Давайте выйти сейчас. Отцепите его. Давай, давай. Ща. Все, давай, тяни. Вруливай. Вправо руль.
Давай, блядь! Сука! Давай! Чуть-чуть вообще! Один рывок! Чё-то с Нилой. Закипел. Порвал вообще. Опасно есть? Нет. Чё случилось? Во прикол. Чё я такое? Генератора порвало. Ну, кипит, да. Шел рванул-то. А? Только вот только что. Да она уже пошла прям на бугор, я уже прям. У него ремень оборвало на генераторе. Самим бы, блин, добраться. Не, там тогда съедет. Лёшка, у вас ремня нету? Она говорит, короче, там где-то вот, говорит, запчасти будет, ну кино, блядь, поселок, 5 километров в ту сторону. Где-то там типа написано было. Короче, у Шеви Нивы оторвался глушак, когда мы ехали за ремнем для белой Нивы. Километров 50, наверное, от того места до Тулы. Ну, Серег, все, да, гни, гни. Вот, все. Мы нашли автозапчасти. Ближе к нам, друзья, все помогут вам не раз. По-другому здесь нельзя. Есть военные мосты, твое имя на крыле. Ты прорвешься сквозь кусты и опять бокалие. Азы, Тойоты, Ниссаны и Нивы болото проходят, проходят красиво. Овраги, дороги, лесные массивы. Я прохожу, прохожу красиво.